Одноатомный идеальный газ неизменной массы совершает циклический процесс, показанный на рисунке. За цикл газ отдает холодильнику количество теплоты, у холодильника по модулю равняется 8 кДж. Какую работу газ совершает при переходе из состояния 1 в состояние 2? Для начала перерисуем рисунок, запишем дано. Q холодильника по модулю равняется 8 кДж. Переведем C в джоули. Это 8 на 10 в третьей джоули. По условию сказано, что газ одноатомный, значит число степеней свободы И равняется 3. Найти работу на процессе 1,2. Воспользуемся формулой работы. Работа А1,2 будет равняться давлению P на изменение объема. Так как процесс 1,2 – это изобарный процесс, рассмотрим изменение объема дельта V. Объем дельта V будет равняться объем V2 минус объем V1. Подставим изменение объема в выражение для работы. Тогда работа 1,2 будет равняться давление P по графику равняется 2P нулевое умножить на изменение объема. Объем V2 равняется 3V нулевое минус объем V1. Объем V1 по графику это просто V нулевое. Преобразовав, получаем 4P нулевое V нулевое. Рассмотрим процесс 2,3. В процессе 2,3 количество тепла Q2,3 это количество тепла, которое отдает холодильнику, будет равняться изменение внутренней энергии дельта U2,3 плюс работа газом A2,3. Рассмотрим работу на процессе 2,3. В процессе 2,3 у нас совершается работа над газом. H3,2,3 будет равняться площади под графиком. Площадь под графиком – это площадь трапеции. Площадь трапеции – это полусумма оснований AB плюс CD и умножить на высоту AD. Тогда у нас получается, что работа над газом A2,3 будет равняться 1/2 умножить на скобку. AB – это P нулевое плюс CD – это 2P нулевое умножить на AD. АД мы найдем как 3В нулевое минус В нулевое. Преобразовав, получаем 3П нулевое умножить на 2В нулевое, знаменатель 2. Преобразовав, получаем 3П нулевое В нулевое. Рассмотрим изменение внутренней энергии на процессе 2,3. Изменение внутренней энергии 2,3 будет равняться внутренняя энергия 3 минус внутренняя энергия 2. Внутренняя энергия 3 – это 3/2 ню RT3 минус внутренняя энергия U2 – это 3/2 ню R на температуру T2. Произведение P2 на объем V2 будет равняться ню RT2. Произведение P3 на объем V3 будет равняться ню RT3. Тогда из этих двух строчек мы можем сделать следующий вывод, что изменение внутренней энергии 2,3 будет равняться 3/2 умножить на ню RT3. Это P3 V3 минус 3/2 ню RT2. Это 3/2 P2 V2. Преобразуем. Вынесем общий множитель 3/2. Тогда у нас получается 3/2 умножить на скобку P3 объем V3 минус P2 V2. Подставим сюда наше обозначение из графика. Тогда изменение внутренней энергии 2,3 будет равняться 3/2 умножить на скобку P3 это P нулевое, объем V3 это V нулевое минус P2 это 2P нулевое. Умножить на объем V2. Это 3V нулевое. Посчитав, получаем 3/2 умножить на множитель. Минус 5P нулевое V нулевое. Преобразовав, получаем, что изменение внутренней энергии дельта U2,3 будет равняться минус 15P нулевое V нулевое. Знаменатель 2. Еще раз воспользуемся первым законом термодинамики.
количество тепла Q2-3 будет равняться изменение внутренней энергии 2-3 плюс работа газом 2-3. Работа газом 2-3 равняется минус работа над газом 2-3. Подставим нашу работу газом 2-3. Тогда у нас получается Q2-3 будет равняться изменение внутренней энергии 2-3 минус работа H3 в 2-3. Тогда у нас получается, что количество тепла 2-3 будет равняться изменению внутренней энергии 2-3, мы ранее нашли. Это минус 15 P0 V0, знаменатель 2. Минус работа А2-3. Работа А2-3 мы нашли. Это 3P0V0. Приведем к общему знаменателю. Тогда у нас получается, что количество тепла Q2-3 будет равняться минус 15P0V0 минус 6P0V0, знаменатель 2. Преобразовав, получаем минус 21P0V0, знаменатель 2. Количество тепла Q2-3 равняется модуль Q-холодильника. Тогда из этих двух выражений мы можем сделать следующий вывод, что Q-холодильника будет равняться 21P0V0, знаменатель 2. Выразим отсюда P0V0. Тогда у нас получается, что P0V0 будет равняться 2Q-холодильника, знаменатель 21. А ранее мы написали, что работа 1,2 равняется 4P0V0. Подставим сюда P0V0, который мы получили. Тогда у нас получается, что работа 1,2 будет равняться 4 умножить на 2. Числитель 2Q-холодильника, знаменатель 21. Или 8Q-холодильника, знаменатель 21. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда у нас получается, что А 2,1 будет равняться 8 умножить на 8 на 10 в 3 джоуль. Посчитав, получаем примерно 3 на 10 в 3 джоуль. Переведем в килоджоуль. Это 3 килоджоуль. Запишем ответ. Работа в процессе 1,2 равняется 3 килоджоуля. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.